С вами Захар Ничога. Мы находимся в клубе «Известия Холл», где сегодня состоится чемпионат мира по шахбоксу. Мы узнаем, кто есть самый сильный на ринге сегодня. Захар Ничога. Не слушайте того обалдуя, помните, интеллект – главное оружие. Николай, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что есть шахбокс? Правила, система оценок и вообще в чем заключается суть этого вида спорта? Шахбокс – это своеобразное двоеборье, гибрид двух видов спорта – шахмат и бокса. Правила примерно следующим образом происходят. Первый раунд – это игра в шахматы 3 минуты. Затем шахматы заканчиваются, минута перерыв, мы одеваем перчатки и 3 минуты боксируем по правилам, которые ближе к профессиональному боксу. После того, как раунд отбоксировали, потом опять минута отдыха, мы снимаем перчатки и продолжаем уже начатую партию в шахматы. Вот. И это все продолжается 11 раундов, 6 из них шахматы, 5 из них бокс. Закончится это может в любом раунде, в момент, когда либо в шахматах мы достигаем победы, либо в боксе. А если, допустим, в шахматах ничья? Если в шахматах ничья, то делается по новым правилам дополнительный раунд бокса, и потом уже подсчитываются очки, кто победил в боксе. А как вы сами пришли к этому виду спорта? Я достаточно продолжительное время занимался отдельно и шахматами, и боксом. Соответственно, потом, когда я уже узнал о шахбоксе, я был кандидатом в мастера спорта по обоим этим видам. Это меня, собственно, да, грех не участвовать, совершенно верно. Иван, вечер добрый. Скажите. Привет. У меня тут есть микрофон. Скажите, пожалуйста, вы здесь сегодня ради шахмат или ради бокса? Я здесь сегодня ради того, чтобы вести весь этот турнир. Я здесь в качестве ринг-анонсера. Типа выходить на ринг, дамы и господа, и белому углу ринга, там, туда-сюда, третья, десятая. Да. Скажи, Вань, а ты сам занимался боксом? Слушай, вот боксом занимался, да. Вот я бы стал бы, наверное, самым первым чемпионом по нарт-боксу. Как ты считаешь, что побеждает, сила или интеллект? Побеждает и сила, и интеллект. Сила и интеллект. Без силы нет интеллекта, без интеллекта нет силы. Николай Сажин специально для Teens Voice TV. Использую кулаки разумно. Иван Блэкман специально для Teens Voice TV. Да какая разница, кто сильнее, кто умнее? Ведь побеждает это всегда дружба. I'll take your best shot. Is that all you got?